нас что-то слегка. Так, окажешься завернул, да? Нет, 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 все правильно, ты едешь. Окей. Блин, они за нами сюда. Да. Как они чурят меня там? Я тебе говорю, что у них там чуйка просто зашкаливает. Да раньше в легкую вот так вот в переулок заезжал и все. А сейчас просто. Ладно. Ну. Погнали. Здесь не повернуть сюда-то. Я прячусь. Бегут, но не видят. Смотри, они бегут прямо рядом. Но нас не видят. Да. Смотри, они мимо нас пробежали. Лёг налево. Прям перед нами. Твою? А это откуда нас? Слушай, только что перед нами 2 мента прошло. И не заметил. А эти через стенку чую. Что за приколы? А, там наверху кто-то. Звездец какой-то просто. 2 прошло мимо. Ебать, как ты их видишь с такого-то расстояния? У нее еще такое чудное управление с колеса. Давай, ищай. Так, у нас снова Дарт Вейдер пришел. Конфу. Не тренди. Лишь бы потрендели. Так, ну ладно, надеюсь, они сюда не прилезут. Прикольно. Есть. Леха, снизу там. Можешь прикрыть? Да, я их не вижу. Сейчас я гранат скину. Подарок. Скалился. Твою же ж мать. Там и не выступал. А хорош. Маша, посмотри на наш нос. Мы паровозы. Блин, походу я за рулем, Леха, прости. А ты? Ну, погнали. Нет, сейчас ты. Ну, вы не из машины, постой. Леха, стреляй по ним. А что? Я пошла пью. Куда? Да. Чего бы? А мне интересно, что ты пью, пошла пью. Чё? Вот это было круто. Да, давай, отойди.
Машина, машина. Хорош, мы пролетели. Черт, у меня кроме пистолета больше ничего и нету. Ну вообще без палева машина в поле, блядь, на горе и там это что-то наклонились. Это не мы, ребята. Что у нас сейчас будет финал? По идее, да? Наверное. Пошли сразу в комнату. Все, все готовы. Какой Ваня суровый, блядь, ты шок, летчик, это жесть, блядь. Это мне машина втыкала. Ну все, погнали. Машин, смотри, под цвет. Transporter, officer, you're the ground team. To start with, you collect our bus from the junkyard in Sandy. Молодец, чувак, на базарте. Но Лёха-то у нас нет, не прохаванный чувак на базарте. Угу. Ну, Лёхе надо бы сейчас, он там истребителей убивает. Да не обязательно. Просто летает хотя бы. А они в него будут стрелять? В него нет, в меня будут. Ну чё, я вылетаю. Но мы еще только едем на автобус. Да я знаю. Как сядьте в автобус туда? Скажите, я вылетать буду. Ну я в автобус. Садитесь, заключенный. Ну чё там? Ну, да, всё, иди вперед. Ходить могу на тюрьму и пролететь. Так, Машуль, когда я выстрелю, помнишь? А, Маша. Да. Блин, они
Ну, значит, быстро, да? Это очень. Лех, тоже на вертолете? Угу. Слушай, я тут пытаюсь догнать истребитель. Можешь его снять? Если увижу. А вот он прям передо мной. Теперь вижу. Спасибо, снять. Бля, тут управление. Да, я знаю. Огонь. Да, управление, конечно, жестоко, блять. Да. Это он на геймпаде бы, да. Еще одна вертушка полетела. Ой, еще один самолет, да? Где-то там. Там вылетает. Прощайте вилом от этого, да? Кстати, какой бы с этим вылетел? Эй, красавчик, Лёха. Да, блядь, ну это, конечно, вообще, как он на вертушке может догнать самолёт? Вот я не понимаю. Я поняла вас, стоп. Это было близко. Ну, у меня с этим видением. Как-то, блядь, неудобно. Я не понимаю, как стрелять. Как это? Кир. Что у вас там? Да, что мне жестко. Ребята. Давайте постарайтесь. Он тут уже начинает напрягать. У Лёхи есть. Можно. Лёха, давай попробуем помочь ему. Только на тюрьме не зависай. Запретная зона. Чёрт. Ухожу. Нет, ты пока там. Лёх, помоги там, им там расчистить все это дело. Можешь? Нет, отправляю я это. Летим. Я не раз не знаю, как стрелять, блядь, с этой хуйни. Ну, с тачпада. Да, шевелитесь, парни.
Подбил, что ли? Наконец. И еще один бутыл. Их будет бесконечное. Так что ты можешь даже сильно не стараться. Так. Просто. Пугаем. Подрочиться и все. Когда я скажу, будешь чистить небо. Угу. Когда будут садиться уже на этих забирать. Да. Это моя снайпер. Последний. Зато действует. Где он? Где-то тут. Там у вас. Давайте поскорее. Пальчик уже затихает. Осталось предрочить. Велопрактики осталось. В следующий раз самолет бери. Нет, на самолете я уже покатался, мне не понравилось. Да? Зря, прикольно. Ваня, давай немножко. Ай-яй-яй, промазал. Да. Нет. Попал? Красавчик. Бетулечки, поскорее давайте, а? Ты их там выносите как-нибудь. Ладно, Вань, ты-то как, да, на одномоторах, а как я на вертолете его умудряюсь за ним летать? Да, это жака. Че, 12 сидишь? Угу. Вперед. Упс. Давай. Фух, пальчик затек уже. Давайте, я уже подъехал. Все, садится или что? Ну, мы вот только-только сажаемся. Наш лысый друг тупит. Нет, он еще... Все, еду. Все, сажусь? Ну, наверное. Лёх, чисти небо. Опа, самолет пропал. Блять, полностью я не... Это вообще самолеты пропали. Сейчас на полосе будет народ до хрена. Они сейчас все к нам. Помогай. Я понял. Сажусь. Аэродром? На нас. На вертушку самолета вы видите? Папа, старайся выбить пилотов. Вон позади нас. Три вертушки. Лёха, вертушки сноси. На что? С какой стороны тебе вход? Быстро. Ходу. Фух. Да. Ушли. Да ладно, с первого раза что ли? Хорош. Mm-hmm.
Хорошо, ну это так, водичку хотя бы. Так она и так улетит. Обосрана уже, бля, боится прыгать. Глаза из орбит. Да подожди. Левой кнопкой мыши. Так, ну тоже что ли прыгать спрашивает, да? Нет, тебе нет. Тебе приземляться. Да. Аккуратно. Маш открылся? Маша, спокойнее как-то будь. Все, я на месте. Мышкой поворачиваешь и плывешь? Вверх. А, по-моему, просто без ничего shift. Да? Без ничего shift, правильно? Лёх, садись, ну. Да погоди ты, блядь, его все тащит. А не понял, почему я только один сел, где все остальные? Я на берегу. Я тебя не вижу, тебе. Да вот на камнях я. Спустился на песок. Блин, я тебя реально не вижу. На желтой метке. Прям стою. А, ём, я не туда. Ваш пет. Так. Лёха, не подходи ко мне, да, блядь. Да вот я убегаю уже. А то я... На моей памяти был один такой. А я на побережье что-то как дурак приземлился. Лёха, мне кажется, тебе придётся меня забирать. Это плохая идея. Сами идите. Монет залез. Он туда приземлился, что ли, понять не могу? Сами лучше приходите, потому что... Приземляться я не умею. Осторожно, осторожно, осторожно! Живой? Но без зубов. Вертушки. А что, зачем? Машуль, ты только не упади какой. Да, это было страшно. Не надо падать. С обрыва. Да, он просто с обрыва, он с зубами. Лёша, поехали. Вези нас, извозчик. Смотри, наушники одел, спонтом дело умная такая. Лёша, сука! Ты чё творишь, блядь? Лёша, сука! Очень! Еее! Всё, поздравляю, в первый раз. No fail. Согласен. Ура, я люблю Куруму. Я не понял, почему у меня бронза, блядь? Я летал себе, понимаешь? У меня вообще серебро, блядь. Эвакуация меньше, чем за 4.40, они все охуели, блядь. Смертей. Согласен. Рожковского застрелите. Ура! Бухнем. Камбай! Бухнул бы, конечно, японской воды, но никак.